Но поглядим, как будут играть. Ну, Бетрайдер — это все равно достаточно серьезная проблема. К тому же и от Шейкера, если он выформит свой блинк, тяжело будет как-то застраховаться. Все-таки он, как правило, кидает свою фиссуру и влетает из тени, так что ты его не видишь. Вопрос даже вот в чем действительно антимага убивать, потому что вроде как есть суппорты, да, есть какие-то дизейблы, есть даже нейротоксин, который сможет отключить ему пассивку, в принципе, но еще бы добавить какого-то физурона, на мой взгляд. Омника забирает себе Вега, это интересный персонаж, который, в общем-то, с появлением рефрешер-шарда в доте стал грозой пабов. Ну и также дополнительная защита для того же антимага будет и для той же Queen of Pain. Мне кажется, даже для Queen of Pain это посущественнее будет в начале, потому что она также очень мобильный герой. Вообще такой у Веги получается пик блинкеров. Квапа, антимаг. Ну и Клокер, который может добраться до тебя быстро с помощью хукшота. Омнинайт в целом очень силен. Я так смотрю на его таланты и понимаю, что на самом деле герой получает быструю прибавку к золоту. Талант на опыт. И у тебя реально очень быстро прибавляется левел. Ты там 25-й добираешься очень быстро и становишься реально опасным. Поэтому Omni Knight хорош в этом драфте. Опять же, какой-то репел на Queen of Pain. И уже непонятно, как его будут контролировать. Ну вот, возможно, вот этот last pick решит все. От команды Secret появляется Meepo. Вау, вот это... Вот это тот самый герой, который внесет много и магии, и физики, и... Будет очень тяжело с ним справляться, если ему дадут разогнаться. Последний раз, когда я видел Эйса на Мипа, это было действительно очень впечатляюще. Его не смогли зажать в начале, и как часто это бывает, Мипа уничтожил. Но в этом патче я еще Мипа не видел. Насколько он силен, насколько он хорош. Будет довольно интересно за этим понаблюдать. Ну и разбирают своих героев. Да. Все, в общем, как мы предполагали, да, то есть тут по позициям все очевидно. Ну, в общем, секреты взяли героя, который может по фарму соревноваться с антимагом, потому что делать это всегда непросто. То есть можно было какого-то алхимика там условно взять, да, который мог бы как-то соревноваться по золоту. Но вот взяли мипа, который тоже будет фармить очень быстро, будут всю карту пылесосить, и антимага даже в какие-то моменты, возможно, будут и перегонять. Поэтому выбор неплох. Ну вот посмотрим, мипа это всегда риск, может себя не реализовать, этого мипа могут очень быстро убивать. Ну вот... Мипо, да, в этом патче, правда, я не видел. Возможно, появлялся на вот как-то на глаз, он в профессиональной доте не попадался. Посмотрим. Эйс на Мипо. Да, здесь да, я бы даже так сказал, кто еще за кем будет гнаться. Мы посмотрим, Алоха за Эйсом или Эйс за Алохой. Ну, поехали. Разбирают у нас персонажей. Теперь нету этого разлета по линиям. Теперь, наконец-то, можно спокойно начать просмотр игры. Не разрываясь по всем лайнам, куда летят суппорты. Это изменение, конечно, сделало начало игры чуть более таким размеренным. Немного сбалансило, но, с другой стороны, все равно команда разбивает смоук. Например, Вега идут, возможно, кого-то и подловят. В принципе, потенциал есть для убийства. Есть Клок, есть та же самая Queen of Pain может дать Shadow Strike, например. Но пока ставит просто вард. На этом варде пока никого не заметили. Вот только что просвистел Ебзор, смоук спал, и вот у Ебзора проблема прыгает. Пока Лоха на Ебзора, но на этом все. Не успею догнаться. Ебзор с ботинком, да, очень быстро. И тут не было какого-то контроля, знаешь, хорошего по типу Винги, по типу того же Шейкера, если бы Вегал был бы, который мог бы дать дистанционный стан. Тут такого не было. Только был Бейн один, но он был слишком-слишком далеко. Он не добежал. И, конечно, стоит еще понимать, что помимо вот этого изменения с точки зрения телепортов ранних, еще и руны баунти были сближены, поэтому сейчас, если ты выходишь толпой на одну руну, то и вторую, скорее всего, ты точно заберешь. Не будет такого, что кто-то тебя там обошел в спину. Это очень маловероятно. Вич-доктор поднимается, Пупей сразу закрывают его в коге. Не самая лучшая позиция здесь для капитана Secret, и Гот оформляет First Blood, забирает баунти руну. Отличное начало для мидера Веги. А Пупей думал, что успеет выйти, как-то дать каски отойти, но его так круто принял Клок, прям в позицию идеально нажал Коги, и Тогевич Доктор дал каски, но погиб. Есть ФБ, приятно. Ну и тут, конечно, ошибка. Ошибка, безусловно, от игрока команды Secret. Слеер и Заяц выходят, пока один на топ, второй идет на мид. Слеер здесь будет помогать, будет стараться прессинговать Эйса. Года, пока нет Shadow Strike, есть лишь Скрим, Фиссура. Клока немножко закрывают, он ставит Коги.
И Взор начинает воевать. Даже выходит еще и Пупей. Полетели каски. Каски не самые удачные. Полетели дальше по крипам. И Слеер отсюда должен уйти. У него есть ботинок. Пупей просто будет бить, но это, конечно, ничего. Не сможет ничего с Пупей сделать. Со Слеером он уходит назад. Довольно хорошее решение от года — не качать Shadow Strike. Мы очень часто видим, когда на первых уровнях Квапа вкачивает, пытаются забрать ФБ, и герой денает из-под Shadow Strike. Здесь он вкачал скрим. Может быть, просто не стоило кидать этот Shadow Strike, если бы он его вкачал. Ну, так или иначе, он забрал ФБ, и сейчас уже появляется Shadow Strike. Он обязательно необходим для того, чтобы гнобить мипа на линии и разминать его по ХП немножечко. Суппорты решили перетянуться наверх, где антимаг. Антимагу тоже нужно помешать. Квапе помешать, видимо, уже будет тяжеловато. Отличная фиссура, и очень много теряют ХП здесь. Но за счет блинка, конечно, антимаг уходит. Ну и на нижней линии здесь Омнинайт против Вайпера. Не самая приятная линия для Омника. Но, с другой стороны, это лучше, чем стоять против трипл линии. И пока что мы видим, даже по крипам Afterlife не проседает. Но я думаю, что Вайпер выгонит его рано или поздно. Ну, в целом, Омнинайт себя неплохо всегда показывает практически в любых ситуациях. На сложных линиях все-таки герой очень живучий. У героя есть Purification, есть там потенциальный репел, убить его будет непросто. Но, как ты отметил, в будущем Вайпер и правда может кто-то Afterlife подгнобить. На центре продолжают прессинговать Ace, его закрывают в коге, работают батарейки. Эйсу довольно-таки больно, но не уверен, что этого урона хватит. Год без блинка не хватает немножко опыта, но хватает батареек. Слеер чуть ли не один, но год получил убийство, что самое приятное, что Shadowstrike хватило. Это, конечно, плюс. И еще и Заяц донается на Рошане. Инвиз забирает Слеер. В итоге вообще все сейчас забирают игроки Веги и ничего не оставляют секретом. И очередной фраг для года. Причем мы знаем, что год очень любит, когда вначале у него хороший такой разгончик. Часто, можно сказать, он является таким ударным звеном своей команды. Ну, смотри, на топе него атака пока от Пупея. Слеер в невидимости, об этом ребята не знают. Он может по факту закрыть Пупея. И, в общем, дальше дело будет шляпе. Использует сканрейдент, не находит никого. Но Слеер ждет момента, возможно, ждет появление здесь Зайца. Зайцем делать будет все намного проще. Но Фата не та цель. У Фата есть Firefly, он просто может уйти. Ну окей, попытка убить Фату, честно говоря, не совсем понятно. Возможно, просто заканчивалась невидимость. И только была единственная причина, почему нажал кнопки Слеера. И Заяц, больно. Заяц горит. Можно Зайца добить. Заяц, естественно, пару хп. И его добивают. Заяц погибает. Не успел дать на себя Найт. Продает. В этом не было никакого смысла. Ну и на этом все. Да, в итоге атака на Фату вылилась тем, что и одного героя потеряли, и все остальные ХП очень много потратили. Не самое лучшее решение, тем более, что одна кнопка, и ты вылетаешь из когов. Ну, странное решение от Веги. Здесь они довольно много потеряли, когда обычно вот так вот у вас три героя выходят, и еще один из них умирает, при этом соперник остается на линии, ты очень сильно проседаешь. И можно сказать, что секреты так выровнялись немного. Но вот все-таки у Веги еще на миде год чувствует себя хорошо. Даже очень. 20 на 10 его крипстат. Топовый. Также у него два фрага. И одно из них First Blood. Один из них First Blood. По нетворсу мы видим 2300 против мипа 1200. Разрыв очень существенный. Конечно, он может быстро сократиться. В случае, если мипарь сделает ответный фраг. Или он где-то Я думаю, это вопрос времени. Все-таки мипа 2. Как ни крути, мипы будут фармить быстрее. То есть со временем, я думаю, что Эйс расфармится и перегонит Queen of Pain. Ну, вот и будут соревноваться с антимагом. Да, посмотрим, но дистанция должна произойти, скорее всего, именно так. Так обычно и происходит, да. Но если год еще парочку раз кого-то убьет и очень сильно разгонится по уровню, здесь может быть очень приятная ситуация для Веги, учитывая, что у них есть Omni-Knight, и эту Queen of Pain можно будет сейвить в драке достаточно легко до БКБ. Ситуация приятная. Afterlife тем временем, 4 уровень. Мы видим, что от Вайпера он начинает отставать, но это неизбежно. Вайпер очень сильный герой. А на верхней линии Фата, ну, Фата просто уничтожает. Да, что он делает все, что хочет абсолютно. Лоха ничем помочь не может. Заяц вешает слип, но этого недостаточно. В итоге минус Заяц. Очень легкий фраг, а снизу тем временем Клокверк выходит на Мидуана. Пошел под хил в Клокверка, но Мидван здесь нет. Вряд ли что-то получится с ним сделать. Он абсолютно спокойно стоит и откидывается. Клок слишком плотный, у Клока хватает брони, и тут его пробивать просто бесполезно. Тем более еще потом не на этом, это было потеря времени. Но в итоге Мидван здесь главное, что живет, фармит дальше, гоняет Afterlife дальше. Выходит Пупей снова за спину, ставит просто пока один обсвард. И, видимо, пойдет на мид, либо на топ, здесь ему уже ловить нечего. Вайпер справляется на этой линии один. А убить Afterlife не получится.
Да, ну, Afterlife не должен умирать, учитывая, что у него есть ДП еще потенциально. Может СТПшиться, но тем не менее преимущество должно быть. Во всяком случае, пока здесь не придет какой-то такой увесистый ганг и что-то с Afterlife не попытается сделать. Но пока что мы видим, что секреты предпочитают не концентрироваться на одной линии, они предпочитают давить на всех понемножку сразу. И Viper стоит у них хорошо, мипа в миде терпят, 2000 на 3300, вот уже в процентах, ну, чуть подуменьшился разрыв, хотя в абсолютных числах он составляет еще достаточно много. Нападение на Фату, но Фата опять включает Firefly, опять его не достать, Алоха продолжает погоню. Есть стики, есть трендроп, у Алохи пятый уровень. Возможно, закончится Firefly, будет шанс, не так много времени остается, и без Firefly Фата здесь погибнет. Еще и год сюда приходит, угодно и Sonic Wave, он его тратит, попадает краешком, и Фата остается на один удар, Алоха делает убийство, четко получилось. Подловили изначально на руне и смогли сделать убийство. Миппо за счет этого времени, пока ушла Queen of Pain, немножко пофармил, немножко восстановился по крипстату и уходит снова в лес. Ну, пока, такие, конечно, дела не очень. Секреты вязкие, которые вот убили вроде бы трейдер, но опять стянул сюда и Queen of Pain, и чуть ли не пол команды Миппо в этот момент фармит. В общем, то, как они обычно и играют. Продолжается на верхней линии давление. Дабл линии вот этой вот, Шейкер плюс Бетрайдер. Еще и сюда стягивается Пупей, поэтому нужно быть аккуратными. Была такая легкая атака на Алоху, не получилось его зацепить станом. Хотели через Авторшок плюс Фиссуру сыграть. Но Алоха напрягает, 5 стаков на Палму, на самом деле это не шутки. Полетели каски, и Алоха погибнет. Пытается хотя уйти, если... сюда выходит Заяц. Заяц пытается, видимо, продать себя. Чтоб Алоха просто ушел, но он себя продает. Да, он спасает антимага, но при этом здесь ему выжить не получится. Он выигрывает массу времени, но брейнсапа нет, и Заяц погибает. Погибает уже четвертый раз на карте. Алоха остается здесь, пытается миди по таварам выбирать крипов. Эйс. Эйс сам нападает на Queen of Pain, призывает второго мипаря, но слишком много урона. Здесь вряд ли что-то получится. Забирают мипаря, перетягивается Вайпер, есть ульта. Сёму может попробовать забрать, да, ультует, это минус. Afterlife успеет ли подойти? Не успевает дать Purification, там лоу-граунд неприятно было, немножко не хватило. Расстояние буквально там пару пикселей, обидно. Так бы могли бы спасти здесь Клока, 100% он бы ушел бы. Немного именно не повезло. Руна на топе, притом руна приятна, но вот год не угадал. И придется идти на шрайн в таком случае. Год активирует еще и невиз. Нажимает ботл и отпивается просто. Да, здесь по максимуму реген сверху видит сейчас слэйр, но оставляет году. Возможно, оставляет году, сейчас посмотрим. Да, мидван пока что не торопится, но все равно, так или иначе, Вега в этом размене очень неплохо себя показали, забрали мипаря. Мипарь пока что, не сказать, что разгоняется, и паузу у нас просит Фата. Мипарь за первые 8 минут 30 секунд игры, 2800 нетворс, отстает даже от антимага. А это неприятная ситуация. Для него отстает от квапы очень серьезно. 4300 у года, 2800 у Эйса. И пока что здесь у года все просто замечательно. 3-0-1. Сейчас откатит ульта. 9 уровень не за горами. Вейл собирает себе. Да, все очень хорошо. Вот как сначала пошло. Главное сейчас году максимально аккуратно играть. И ни в коем случае не отдавать свой стрик. И самому не отдаваться. Ну, уходит такой вот легкий сноубол. Потенциально, конечно, год может тут всю карту убивать. Там Вич-Доктор, Шейкер, это вообще не проблема. Герои будут очень легкие на убийство. Там Скрим, Соник Вейв, пару ударов, и герои просто будут падать. Ну, вот Мишу, Мидуана все круто. То есть к Мидуану пока претензий нет. Он оставил свою линию максимально. Хорошо. Добивал всех крипов. Ну, в общем, против Омнинайта это не удивительно. Линия у него была очень приятная. Он ее реализовал, и вот почти уже купил себе Вейл. Да, ну вот отличие, конечно, вот 7.07 от предыдущей версии. Раньше мы всегда смотрели на мидера и понимали, что мидер, так или иначе, если даже кэрри был на фрифарме, мидер, скорее всего, будет иметь больше, потому что дополнительный крип. И если мидер особенно добивает вообще все и при этом имеет фраги, то он очень далеко выходит вперед. Здесь мы видим, что год впереди относительно вайпера, но это скорее не потому, что один крип, а два фрага и в целом наиболее комфортная линия. То есть несмотря на то, что против Omninite стоял вайпер. Так что здесь, конечно, вот эти вот штучки, фишки патча, они, безусловно, присутствуют. Может быть, в прошлом патче секреты вообще бы не поставили этого вайпера вниз, учитывая, насколько ему важен уровень и тоже доминация стартовая. Вот здесь вот позволили себе. 4-4 пока что наравне. Я, кстати, смотрю в таблицу Dream League. Я вот сказал, что у секретов победа, но не совсем
Не совсем я понял, откуда оно у них здесь стоит в турнирной таблице. По матчам у них как-то вообще по нулям отмечено. Ну, в смысле, они же сегодня с имперцами вот только проиграли. Они же 2-0 выиграли, вот буквально час назад. На том самом стриме, который немножко подлагивал, там было 2-0. То есть они сегодня только вот первый игровой день начали, и сразу у них два матча. Завтра у них будет матч, послезавтра у них там будут еще два матча. У них вот прям в конце как раз-таки этой квалификации очень много игр. Да, но они, конечно, еще идут далеко от Team Liquid, у которых до сих пор 0-0, и которые только начнут завтра. То есть у Ликвидов еще больше матчей будет. Ну, Ликвиды вообще до последнего не играли нигде. Не знаю, что они делали. Может быть, отдыхали. Имели право. Полные все-таки чемпионы. Да, в то время как многие команды вот уже фактически завершают. Например, те же Empire, у них получается 3-9, если я правильно понимаю, после поражения от Team Secret. Да, да, должно это быть 3-9. Это уже получается 12 игр. Да, у 3-9 это как-то уже много. Я думал 3-8, ну да, действительно, 3-9 игра еще с секретами не засчиталась тогда. Тогда это, возможно, уже все, до свидания. Ну, Вега недалеко ушли, у Веги 2-8, одно поражение, и они окажутся там же. Собственно, печально все. Вот как-то странно, да, смотришь на СНГ команды, если они куда-то пробиваются в плей-офф, на международные турниры, и там они зачастую дают бой и показывают неплохие результаты, но вот в таких вот групповых стадиях все время, я на Дримлигу как не вспомню, все время как-то очень печально все выглядит. Ну, естественно, если не учитывать Virtus.pro. Ну и у Na'Vi пока что, на самом деле, 4-0, то есть здесь тоже все хорошо. Тут Пупей погибает, просто вышел год. Выдал весь прокаст, Shadow Strike дал Sonic Wave, и, разумеется, Пупей просто разлетелся на части. 680 хп всего лишь у саппорта команды Secret, Sonic Wave вносит чистого урона 290. Сами понимаете, как будет Пупей трудно в будущем играть здесь. Да, год не экономит, год понимает, что у него пока что еще первая ульта, можно вот так вот ее потратить, пока там он получит свой 12, у него она еще пару раз успеет откатить, и к тому же нужно продолжать сноуболить, убивать как можно больше героев, зарабатывать фраги и отрываться. Ну вот сейчас год может доиграться, опасно очень. Вот Райдер пока без лассо, он совсем скоро появится, надо быть году аккуратнее. Там какая-то залетит каска, Фиссура нашли Слэйера, успеет ли полететь каска? Нет. Каску Пупей не дал, Фиссура была поздновато. Так, вот. Падение на годы сейчас. Фата немного не хватает, совсем чуть-чуть, там буквально два крипа было бы убито, и все, Фата бы дал лассо, и можно было пытаться убить. Не вышло. Вайпер купил себе уже Вейл, почти уровень 10, скоро появится талант. И начинает подпушивать вышку. Тем временем снизу подпушили довольно неплохо Вега. Вернее, даже не Вега, а Afterlife здесь, который практически не уходит с этой линии. Там было пару подключений от него. Но в основном старается получать фарм. Для Омника, естественно, это важно. Но вообще сильный Омник получается. Он почти догоняет Вайпера уже. Это действительно здорово. Ну и Мипа сравнивается с антимагом практически. Между ними очень маленькая разница. Заяц, смотри, вышел вниз, нашел Бэтрайдера, Заяц был в невидимости, есть брейнсап и скрим, и оставляет фраг для года. 5-0-1 уже у года, на 11-й минуте игры. Можно, в принципе, здесь попушить, для этого есть все. Есть сейчас много урона, но забрать. тут телепорт, смотри. И уже пушить так себе получается, Мидван слишком плотный, Мидван еще может Зайца в теории убить, но тут Найтмер, Заяц. Телепорта нет, как бы обидно, мог бы просто улететь, но и так вроде уходит, хоть и с большим трудом, да. Получилось, уходит назад. Придется идти на базу. Ну, второй Найтмар имеется, и это позволяет отступить. Пупей снова, смотри, гуляет. Здесь год. У года скоро будет Sonic Wave. Можно просто его дать, этого хватит. Но год уже ничего не видит. Детекшена никакого нет. Никаких опс-вардов. Но просто год пытается еще эйса гонять. Да. Постоянно идет агрессия в сторону мидера команды Secret. Красиво как сыграл Пупей. Кинул каски в крипов. Не видел Queen of Pain. И каски отскочили в квапу. Там выиграл немножечко времени. Такая мелочь, конечно. Сильно это дело не меняет. Но дать Квапе еще один фраг, это будет уже здесь лишнее. 10 уровень у года, взял себе 10 сил и дополнительное хп. Выходит сейчас на мид. Вот сейчас нужно году быть максимально аккуратным. Сейчас будет сетка. Еще и лассо есть, понимаю, в чем проблема. Ой-ой-ой. Стики нажал. Но тут пуфы. Тут пуфы не по шансам. Курьера защитили, а вот года спасти не получилось. Ну, это должно было произойти рано или поздно. Произошло немножко рано. Год отдал свой стрик еще и Мипа. Мипа себя неплохо так восстанавливает. 4800. Он обгоняет
он отставал от антимага на 200 монет, вот когда я сказал, что он почти догоняет. Но сейчас он уже впереди. Вот насколько же... На 2 секунды, даже не на 2 секунды, на полсекунды раньше уйди год с мида, все было бы хорошо. Но вот отлично подловили его секрет, и сейчас еще могут подловить Afterlife'а. Ну нет. Ну, здесь... тут репел. Тут репел, сбить телепорт элементарно нечем. Afterlife ушел. Ну и, в принципе, это не так важно, как Queen of Pain со стриком, тем более для Мипаря. Все, Мипарь сейчас берет блинк. И вот теперь Эйс начинает веселую игру. Начинается для него такая классная дота, когда он сможет прыгать, забирать суппортов довольно быстро. Три Мипаря имеется. Да, начинает фармить тоже очень резво. Сверху мы видим, упала вышка, Мидван продолжает пушить. А Вега в этот момент выходит в смоках, но никого не находит. Не очень хорошо, они не тратят время сейчас. Попытка реализовать хукшот, только-только он появился у Клокверка, но да, не нашли. Были попытки найти именно Мипа, но Мипа здесь нет. Мипа немножко в другой части леса. Но могут найти Пупея. Пупей выходит, видимо, ставить варду, у него тут два опса прям лежат. Вот он Пупей побежал, при этом его даже пока не заметили, но вард есть у Вега, чуть дальше. Пупей. Все, Пупей видит, это шанс. Хукшот. Есть тут еще рядом и Бейн. Правда, выходит и Батрайдер Шейкер. Есть Хеслэм через пару секунд, нет Фиссуру. Убивает Пич Доктора. Пошел Фейнсгрип на Батрайдера. Слеер начинает бить батарейками, Хеслэм по одному зайцу. Фиссуру уже по двоим. Тотем также сработал. На зайцу Соник Вейв по фате попадает. Скрим также по фате. Погибает Фата, но погибает и заяц. Файерфлай работает удачно. Но на топе, ты видишь, Мидван просто пушит. И пушит очень круто. Посмотри, как быстро Мидван это делает. Нужно сюда лететь и как-то стараться это дело все защитить. А нечем и некому, потому что все биты и все без спелов после вот этой вот атаки. Вроде бы забрали больше, но вот чем это оборачивается? Пупей приходит, снимает вард, потратили спелы. Забрали мало, объективно. Бэтрайдера забрали. Ну да, он чуть-чуть отложил свой блинкдаггер, но это не так критично. Забрали Пупея. Ну Пупей это вообще, вы видите, самый дешевый герой на карте. Потратили достаточно много. Мипарь в этот момент качался, вайпер пушил вышку. И вот еще, конечно, антимаг. Мы видим, как он собирает себе замечательный артефакт, но этот замечательный артефакт теперь собирается... Как несколько... же Afterlife вовремя оказался на центре, это просто идеально. На года было нападение, Мип использовал свой блинкдаггер, и тут понятно, что без шансов там сетки летят, но оказался Afterlife, дал репел, и уже атака пошла в другую сторону, и Мип погиб. Вот, конечно, у меня это, наверное, играл. Главная проблема на топе, пока атака на вайпера. Мидвана закрывают, есть хукшот, врывается антимаг, просто бьет руками, пытается Мидван играть до конца. Мидван получает мановойд и чуть делает не триплкил тут на развороте. Посмотри, да, какие это... побитые ребята, ужас. Это жесть. Год еле живой уходит, ему не хватило буквально одного удара, вернее, Мидвану по нему не хватило сделать одного удара. Также очень мало хп у Алохи. Алоха почти вышел в свой БФ, который, я хотел сказать как раз, что собирается несколько посложнее, потому что нужно накопить вот этот вот, на этот Demon Edge, и в случае, если бы антимага прессовали, это было бы сделать сложнее. Уже нельзя купить там дешевых артефактов как-то там постепенно. Бэтрайдер выносит блинкдаггер. Теперь Фата сможет инициировать. Ну и игра, можно сказать, абсолютно равная. Вот после того, как Эйс ворвался, уже стало понятно, что качели будут и в ту, и в другую сторону. Все ошибаются, все много стараются агрессивно играть. Такая очень интересная дота. Антимаг выносит свой БФ. На этот момент у него 6200, отстает достаточно серьезно от Мипаря, но может догнать. Но пока игра будет идти без Алоха Дэнс. Алоха Дэнс будет фармить, исключительно фармить. Игра идет через Queen of Pain, через Клокверк. И вот как раз таки атака на топ. Нашли Мипо. Есть рядом Зайд, зайду Брэнсап. И очень быстрое убийство. Мипо нужно быть аккуратнее. Конечно, подконтролить руны и побольше это круто. Но вот за это Мипо наказан. И в таверне лежит очень долго. 42 секунды остается ему еще. Уровень достаточно высокий. Нужно это осознавать. Стараться не идти вот так вот нагло на чужие руны. Да, здесь очень... простой, очень такой дешевый, но при этом очень эффективный фраг получился. Дешевый в плане траты времени и спылов. Вообще ничего не потратили, просто увидели Мипаря и забрали его. И здесь как раз из-за такого мобильного пика будет тяжеловато. Цепляют Бэйна забирают. Бэтрайдер, реализация блинкдаггера и заберут вышку. Да, Мипа, конечно, стоит играть аккуратно, потому что мы понимаем прекрасно антимаг с БФом, антимаг с хорошими артефактами, Квапа со своим раскастом и Клокверк, который будет влетать и не давать Мипарю отступить хотя бы одному из нескольких.
чего достаточно, в общем-то. Это будет крайне неприятная вещь. У года мы видим Йу для защиты от того же Мипа. Алоха делает себе Яшу. Ну, здесь все стандартно, манстайл. Блин, купил Afterlife для мобильности, чтобы успевать давать свои спылы, находиться в нужном месте. И собирается делать год Линкин сферу. Защита от Бэтрайдера. Есть смоук у Бэйна. В принципе, можно использовать. Ребята это делают. Смоук один из последних. И на центре есть клиент. Ебзор. Клиент не самый лучший. Тем более, купил уже Ебзор себе Блиндагер. Вот найти бы снова Мипа было бы просто идеально. И, в принципе, расположение его очевидно. Тут не нужно быть Эйнштейном, дабы понимать, что Мипа, скорее всего, фармит лес. И его сейчас могут найти. Пока он фармит Эншентов, немного не туда идут ребята. Ну, понятное дело, они ничего не видят. Находят. Должны найти Шейкера. Шейкер очень близко, но пока мимо. Как же они близки, как же одновременно и далеки. Вот свои цели. Выходит Бэтрайдер, смоук развеян, хукшот на Бэтрайдер. Окей, Бэтрайдер здесь убивают, убивают Шейкер. Быстро. Будет, возможно, контратака. У Бэтрайдера, правда, нет байбека. Шейкер. Есть Исура, обрывается дальше. Хэслэм по двоим. Тотем дать не успевает. Есть Найтмер, есть Гуардиан Энджел. Соник Вейв пошел от года. Год убивает Мипа. Стоит Дезвард, очень сильно прибывает. Выходит Мидван, он просто может тут всех убить. Абсолютно Мидван одного. Второго можно убить, третьего. Afterlife еле живой, Afterlife уходит. Год просто спрятался, его видно на варде, он делает блинкаут, но у него нет телепорта, каким-то образом не оказалось телепорта у мидера команды Вега, но он здесь воюет и воюет круто. Есть каски, они заканчиваются, год решил отпрыгивать, не жадничать, не пытаться убить Пупея до конца, и в общем-то правильно сделал. И год уходит. Хорошая драка для Веги, и обе команды показали себя достойно. Нашли бы Трайдера, наверное, одна из худших целей, потому что найти Мипа, его быстро забрать круто, найти Шейкера, не дать ему прыгнуть. Но вот бы Трайдер, который собрал вокруг себя кучу героев, но очень здорово разошлись. И вот опять же Afterlife, который дал очень вовремя репел на года, год занял позицию. Хороший получился размен для Веги, но, в общем-то, не сказать, что этот размен что-то сильно изменил. Они получили небольшое преимущество, но 1000 золота на 20-й минуте это очень мало. И у нас продолжается равная игра. Вайпер очень хороший нетворс имеет. Топ-1. Антимаг мы видим, как поднимается все выше и выше и выше. Ну и тут смоук, смотри, обзор вместе с Пупеем. Ну и Мидуан без смоука просто идет вперед. Ну и выход на Рошана, но все прекрасно Вега понимает. Моментально залетает ракетка, вот прям все чувствует. Полностью саппорт команды Вега. Ну, ракетка скоро закончит свое действие, и можно будет начинать бить Рошана. Да, как раз по таймингу. И мы сами понимаем, насколько Рошан быстро падает от Мипа. Да, еще рядом, как Дайпупи, у которого еще медальон. Но еще одна ракетка залетает, да, постоянная проверка, потому что на карте нет Мипа, видит Рошана, но вот успеет ли сюда прийти, или и хотят ли вообще идти к Вену. Пейн на базе, есть телепорт, но Шрайн, помню, находится не так уж и близко. Рошана стоит совсем еле живой. Queen of Pain надо выкладывать нулик. Нулик выкладывает год. Готов воровать Рошана. Ой, и год. Год. Прыжок. Год прыгает. Ворует Аегис. Можно здесь убивать. Есть скрим. Скрим дает. Поднимается в Юл. Можно успеть сделать блинкаут. Финсгрип тем временем на шейкере. Queen of Pain все еще живая. Получает репел. Делает просто блинкаут. Бьет руками. Год делает убийство. Но и теряет свой Аегис. Это не важно. Можно убить здесь Afterlife. Afterlife очень побит. Afterlife без прокаста. Но есть замечательный найпер по Вайперу. Вайпер пока просто ничего не делает. Отличные каски. Посмотри, как залетели. Просто бесконечный дизейбл, но продолжения никакого нет. Но Алоха занимается делами. Он просто внизу фармит, сплитпушит и уже заходит на хайграунд. Шикарная драка. Год все прочитал, понимал, что к чему, выложил нулик. Прыгнул, четко своровал Аегис и сделали снова убийство на Мипа. Мипа экономика, конечно, резкий прыжок. От Afterlife забрать Бэтрайдера или просто как-то его похарасить. Да, очень серьезные, естественно, вперед вышли Вега. Если прошлая драка была слегка в их пользу, все-таки антимаг достаточно серьезно оторвался после прошлой, то это, ну, великолепная игра от года. Здесь сделал абсолютно все. И Алоха все это время фармил, пушил. В итоге это все приближает нас к той ситуации, что в следующей драке, когда антимаг будет со своими тиммейтами, может получиться очень хорошо. И, кстати, Алоха говоря, уже силен. Да, кстати говоря, тот редкий случай, когда Вега наконец-то смогла разменять Аегис. Тут у них целый, на самом деле, можно сложить какую-то историю с этими разменами на Captain's Draft. Они каждый раз, когда забирали Аегис, они не то, что не могли его разменять, они потом дважды отдавали героя с Аегисом и сливали драку и проигрывали игру затем. Но здесь отлично все сделал год. Возможно, потому что на этот раз Аегис был ворованный.
на топе, смотря атака на Батрайдера. Есть Финсгрип. Есть Финсгрип, есть Purification Afterlife, репел на себя. Тут пошли телепорты, мид-1. Вайпер страйк по зайцу, есть брейнсап, немного урона не хватило, как же обидно, попытка сделать телепорт, не успевает сделать телепорт Бейн, ну и Омнинайт без репела, он также здесь должен погибнуть. Фата еле живой, получает еще ракетку, но даже ее не хватило, хукшот! Ах, как же не дотянулся, совсем чуть-чуть, совсем немного не хватило, и все же Батрайдер остался живым. Чудо, ну и разумеется, ошибка от Вега, не рассчитали, у меня это, возможно, немножко рановато нажал свой репел, и репел ушел, ну, по сути, в молоко. Он вообще не потребовался, и только когда вот он как раз-таки нужен был, его он уже оказался в кулдауне и не был доступен. Да в целом провальная ситуация, урона явно не хватало, как они собирались убивать этого Бэтрайдера, непонятно. То есть они-то все дали, с точки зрения урона, все дали правильно, но его просто не хватило. Ну и грамотный сейв ТП, в итоге минус 2, и преимущество чуть-чуть падает. 2000, вроде как у Веги все неплохо, антимаг фармит, Queen of Pain на хорошем счету, но все как-то очень зыбко, вот особенно когда ты видишь вот такие вот драки. Тем временем нападение на Клокверка, Клокверк получает пику, его заслипали. Ну, как-то такой слип. Честно говоря, не совсем понятно, зачем Медуа нажал пику, он, конечно, убивает, но он просто нажал пику и отправил Клока на лоу-граунд. Это могло закончиться тем, что просто Клок бы выжил таким вот сейвом. Тут год, опасно, Фата, лассо нет. Хорошо, без лассо, возможно, не факт, что убьют, успел. Успел нажать юл, но вот блинкаут делать не успеет, видимо, а то слишком много контролей. Queen of Pain погибает, это стрик, и снова забирает его Мипу. Почти 500 залетает ему в карман. Да, в общем, команда обмениваются любезностями. Мипа как бы все у него плохо, но год подфармливает ему, там, подкидывает стрики. Мидван пику использует на Клокверка, и вроде бы Клокверк спасен, но Бейн вовремя подстраховал и дал слип. Хотя вроде как Бейн и Клокверк играют в одной команде. Такая очень неуверенная получается игра с точки зрения исполнения. Это может быть нервозная даже, не знаю. Хотя вроде бы нервничать не стоит. Кстати говоря, насколько я знаю, в телеграме Веги сегодня было сообщение, что они заехали на буткемп. Может быть там, не знаю, еще не все стулья отрегулировали по... Ой, опасно, Бейн тут остался. Один против чуть ли не трех. Начинают мид-1 бить. Ну и тут еще и фиссура, контроль на мид-1. Винит, кстати говоря, счет 7-1-1. На убивал, так на убивал. Он танк, он вносит уйму урона. У него хорошие артефакты. Скоро еще и будет Мьёльнир. Майлштром уже, кстати говоря, готов. Он лежит в курьере. Вот тебе вайпер называется. Здесь Мипа, так и знаешь, на втором плане. Но с другой стороны, как только он купит Хекс, Мипа сразу неожиданно выйдет на первый план, потому что Хекс нынче слишком силен. Чуть ли не OP артефакт. Если ты его купил быстро, то у Queen of Pain, у антимага будет проблема, даже несмотря там на то, что у Queen of Pain уже есть Линкинг Сфера. Всегда ее можно будет сбить довольно просто и после этого дать заветный Хекс. Да, Хекс сейчас действительно страшная вещь. Хотя в этом пике не сказать, что прям что-то такое. Ну, всегда есть возможность собрать лотус какой-то. Но в пике, где есть какая-то легионка, оракл или подобный герой, Хекс становится сейчас поистину сильным артефактом. А ты не забывай, что Хекс нельзя задиспелить, нельзя никак от него теперь избавиться. Да, да. Это главная, в общем-то, фишка этого Хекса нынче. Я к этому же, что он действительно очень силен и контрит героев, которые обладают стронг-диспелами. Особенно сильны в этом плане стали шадоу-шаманы, конечно, Леон со своим АОЕ-хексом. Был у нас тут один АОЕ-хекс очень серьезный в азиатских квалификациях. А это если просто... ты еще против какого-то фантом-лансера играешь, да, представь, да. Вот этот АОЕ-хекс летает в драку, и ты просто не понимаешь, где твои иллюзии. Ты сам еще и Хексе. Ну, просто да. Ситуация. Магнус дает РП в четверых, и пять героев приходят этих четверых бить. Прыгает Леон, дает Хекс в пятерых. Все. И длительность Хекса 4 секунды, поэтому там покруче, чем РП выглядело. У нас тут небольшой пока что затишье, видимо, перед бурей. Но командам действительно надо как-то немножко поразмереннее, особенно в Веге, потому что у Секрета все... На мой взгляд, выглядит получше. У них хотя бы есть мид-1, который пока что отыгрывает очень уверенно. У Веги очень много брака. У Секретов тоже, к слову говоря. Именно вот в такое, в микроисполнении, скажем так, в драках. Но в общем, целом... фармы и для тех, и для других выгоден, тебе скажу. На центре атака, но это Пупей. Это Пупей, тут, в общем, не по шансам. Хотя телепорты я вижу, Пупей все еще живой, получает Хьюрикен Пайк от тиммейта. И зря делаю выводы, Пупей в итоге выживает каким-то образом. И уже попытку убить Слеера. Нет, все-таки брейнсап залетел. Слеер вроде как будет жить. На центре атака еще и на Зайца. Заяц отсюда не уйдет. Это Пуфы. Пуфы не прощают. И
Погиб Бейн на топе. Год. Успевает делать блинкаут. Тут Фата мог бы прыгнуть, но этого не делал. Тем более был один. Ну, тут сам скорее год нападал. Да, ну вообще, конечно, интересный такой размен получился в миде. Ну, вот такая вот игра у нас. Теперь нападение на Вайпера. Вайпер использует пику. Здесь же год с дабл-дэмэджем. У Вайпера есть небольшая подстраховка в виде шейкера. Антимаг прыгает дальше. Мановоид и Алоха оформляет отличный фраг. Стрик достается ему из 7 фрагов. Да, ну, вот главное, здесь года не заиграться. Есть Afterlife и Ripple. Ripple пока нет, нужно быть поаккуратнее. Хукшот, хорош хукшот от Слэйера. По двоим, врывает антимаг, Sonic Wave туда также по двоим. Ну и конец для Мипо. Да, вот. Можно забирать Т1, можно забирать теорию. Это два, мы видим еще зацепили Батрайдера, Юл, Scream of Pain, Shadow Strike, антимаг идет дальше. И, скорее всего, Фата также не выживет. Неплохие каски летят, но Фата все равно погибнет. Фисура залетает, у Ебзора даже Хаслами издают тотем, но даже если даст их слэм, урона от этого не хватит. Да и Afterlife за спиной всегда, который и репел даст, и Guardian Angel нажмет. И все равно ты его ручками после этого не добьешь. Это два, возможно, можно зайти на хайграунд. Все-таки не будет ни по 50 секунд, не будет вайпера 30 секунд. Про байбек и Вега не знают, байбек только один, и только у Мипа. Поэтому можно попытаться зайти. Рошана все еще нет, он появится лишь через минуту 10 секунд. И такой вот заход на хайграунд. Антимага есть мотостайл, врыв на Пупея. Пупея больно, Шрайна все-таки на базе нынче нет. И Пупей должен погибнуть просто от Shadow Strike. Да, погибает Пупей. Ну и будет падать и строение на центре. Команда Secret ничего не сделает. Да чего странная игра. Вайпер сделал буквально там пару лишних шагов на миде, и это приводит к тому, что ему ломают тир 3. Вся команда по конвейеру слилась. Год под репелом. Хочет ломать тир 3. Очень хочет сломать для того, чтобы сломать потом шрайны. Ну и это получается. Нужно отходить. Да, здесь Вега делает все правильно. В итоге они все-таки подловили. Только я сказал о том, что секреты выглядят поувереннее. Но они допустили какую-то серьезнейшую ошибку. Подставляется Вайпер. Затем еще и еще и еще. Омни Найт покупает АН-диск. Отличный артефакт для такого героя. Как раз то, что ему нужно. Ну и антимаг. Антимаг уже очень сильно отрывается. Вот если до этой драки все было у него неплохо, то сейчас у него все просто великолепно. Он забрал стрик, забрал две вышки, шрайн и 6000 преимущества Веги. Они, можно сказать, обладают сейчас критическим преимуществом. Буквально одна ошибка от секретов, и Вега сломает сторону. Ну что ж, есть Рошан, Мипа купил себе Хекс, возможно сейчас будет для Секрет шанс забрать Рошана, даже удачно повоевать, им это нужно, все-таки преимущество у Вега уже очевидное, как ты отметил, и по корам, да и в целом по экономике, даже у саппортов золота намного больше. Ну тут пока атака от Мидуана, возможно, разбивает смоук Вега, Батрайдер в позиции, Батрайдер прыжок. Убивают курьера, попытку убить антимага, антимагу больно, антимаг репел в последний момент, успевает сделать блинкаут. Понятное дело, Хаслам не мог сработать, Ебзор еле живой пытается сам уйти, получает скрим, получает Брэнса, погибает Ебзор, размен пока один в один. Хекс на Омнинайт, Омнинайт успеет ли дать хоть что-то, не успевает этого сделать, проблема будет и у Бэйна. Бэйн, телепорт после форстафа и успевает уйти. Ну и Фата продолжает страдать уже от года, поднимает себя в ЕУ. И на этом все, году нужно бежать. Да, ну и вот она дорога к Рошану. Нет Клока, нет Омнинайта. Втроем ребята не пойдут, тем более без своих способностей. Нет Sonic Wave, с Финсгрипом одним ты ничего не сделаешь. Ну и в общем, Алоха делает правильно, все. Он просто идет вниз. Возможно, может даже как-то попытаться перейти в мид, побить там бараки. Было бы очень неплохо, но слишком быстро падает Рошан. И просто секреты уже там через пару секунд могут оказаться на своей базе. А Эгис достается Мипо. Сыр достается Вайперу. Да, мы часто говорим, что курьера убить зачастую круче, чем героя, но этот прыжок за курьером был явно лишним. Как приманка. Заманили Алоху на этого курьера, и в итоге он, конечно, не погиб, но на самом деле был на волоске от смерти. И ему дали репел, потратили кучу ресурсов для того, чтобы его спасти, и это все привело к тому, что команда не смогла подраться за Рошана. Секреты возвращаются в эту игру, и теперь все у нас еще, конечно, на стороне Веги преимущество, но все же более равная игра. Нападение на Пупей здесь. Пупей погибает. На ракетке добивает его Слэйер. Нашли с помощью хукшота. В общем, выдал прокат Слэйер и отправил Пупей отдыхать. Шестой раз на этой карте. Так, а Пупей хочет Shadow Blade себе купить. Он не хочет покупать Glimmer. Он хочет именно... Старая школа. Когда еще не было Glimmer Cape, в принципе.
25-й мипа, кстати говоря. Но этот герой всегда отличался тем, что даже в ситуациях, когда чуть команда его уступает, он в том числе, уровень у него просто огромный. Отличная фиссура, великолепная игра, и это очередной фраг для Мипо. Ну и параллельно убивают Фату. На краешком успел Заяц зацепить его Найтмаром, сбить телепорт, и размен получается неплохой. Да, размен даже отличный, можно сказать. Все-таки Фата — это оффлейнер. 7000 преимущества опять у Веги, но все-таки Аегис у Мипа, и... Цена ошибки очень велика в этой игре. Мы видим, насколько много урона может нанести Мипаре. Опять же, с такими опасными артефактами, как Хекс, Этериал. Огромный уровень. Нет, все-таки Пупей берет себе Глиммер Кейп. Но Шадоу Блейд он оставляет в фастбай. Видимо, лелеет надежда на двойной инвиз. Не знаю, но мне кажется, он сменит, естественно. Антимаг тем временем берет дополнительное сопротивление к магии. Ну, наверное... В этой игре это понятно, в чем идея. Все-таки тут очень много магического урона, чего стоит. Тот же самый Мипа, у которого есть пуфы, которые у нас слишком много. Да, и сейчас очень многое зависит от Вайпера и от его нейротоксина. Потому что если он попадет нейротоксином, то антимаг останется и без своего спалшилда, и без своего таланта 25 уровня. Это очень серьезно. Обычно ведь мы говорим о том, что не работают эффекты брейка на таланты, не работают артефакты на таланты, там Рубик не может с талантами своровать. Нападение тем временем на Бэтрайдера. Да, Бэтрайдер что-то в этой игре очень много умирает, седьмая смерть у него. Но вот как раз здесь брейк, так как способность вшита, так сказать, в скилл, брейк сработает очень хорошо. Сему цепляют, Фурстафа нет, Блейдмейл активирует. Но тут здесь без шансов прорывается Эйс, Хекс, плюс пуфы, и обзор прыгает дальше. Фиссуры, правда, нет, получает Оркид, прорывается дальше Алоха Дэнс, пробивает обзор, и обзор под Глиммер Кейпом, обзора должен добить Соник Вейв, добивает Финсгрип на Вайпера, попытка запустить Вайпера может выдать очень крутой Мановойд. Антимаг без Мановойда, прошу прощения, да, не мог он это сделать. Продолжается драка, Год начинает пробивать под Блокин Баром, нужно сделать блинкаут, возможно, просто попытаться уйти, Соник Вейва больше нет. Эйса можно убить, Эйса убивают, он теряет свой Аегис, и он здесь один. Он здесь один, надо быстренько запустить этого Мипаря, дело в шляпе. Начинает Алоха просто бить всех подряд, Purification, Scream, и Мипа погибает. Погибает очень быстро. Размена Егиса будет... в стиле Веги. Да, Мипа не будет 100 секунд, слушай. Это шанс зайти на хайграунд и, может быть, даже постараться забрать не одно, а и две стороны, и центр, и нижнюю линию, почему бы нет. Времени хватает. Вайпер есть байбек, возможно, придется его делать. Когда появится шейкер с эхослэмом и попытаться как-то здесь отогнать Вега подальше. Думаю, отдадут мид. Ну, там, где первая, там и вторая падает, понимаешь, в чем прикол? Тут вариантов нет. Вы отдаете две стороны, это уже будет практически нет, конец. Против антимага, РПЛ есть у него. Антимаг будет жить, антимаг врывается на развороте, убивает шейкера. Шейкер, до свидания, мы ему говорим. На 50 секунд падает все-таки барак. Мидвам пытается драться, на нем висит инфибл. Попытку убить хотя бы Алоха. Алоха поднимает его еще в юл сверху. Алоха делает блинкаут, и на этом конец. Программы секреты остаются без центра. Да, а вот Алоха говорит, можно еще, хукшот, не совсем точно получилось, немножко криво. Вот Райдер делает блинкаут и просто перетягивается Вега вниз. Они понимают, что Мипа не выкупается и неспроста, у него просто нет денег на байбек. Купил себе два Эзериал Блейда. Ну и через бэкдор стоят, бьют, довольно трудно это нынче делать, нужно быть поаккуратнее. Сейчас могут Вега очень сильно подфидонить, очень побитый Заяц, Заяц нужно продавать, сбивает Линкенсферу. Году. И каски неприятные. Каски все прыгают и прыгают. Алоха готов снова рваться. Алоха вырывается. Баша без Блейд. Еле живой Бэтрайдер, но срабатывает Глиммер Кейп. Надо разрушить хотя бы Т3 по ботому. Алоха это делает. Поднимает его в юл. Скоро появится Мипа. Нужно быть аккуратнее. Мидвана еле живой. Мановойд было бы очень круто дать, но в последний момент нажимает Вайпер свой сыр. И теперь точно бежать. И теперь точно отсюда уходить, если смогут это сделать. Вега не уверен. Не уверен. Рывается Ипзор. Есть тотем. Репел, Алоха на развороте, первого убивает, можно убить и второго, Мидван остается в этот раз уже без сыра, он также падает и... Слушай, Вега нормально здесь, смогли провести драку. Убили Вайпера, да, потеряли Клока и Бейна, но это минимальная потеря. Эйс врывается, у Эйса бы заспить, это был бы просто конец, Абиса Блейд, Эйс еле живой, Эйс, Соник Вейв, до свидания. 100 секунд его не будет, по-моему, конец. Можно чуть ли не в трон идти, Вайпера нет, байбека нет, Мипа без байбека, Шейкер без байбека, Батрайдер есть ультимейт, но... Очень мало мана, он просто отпушивал мид, и две стороны падают. Повезло, что Т2 стоит на топе у команды Secret, иначе это были бы мега-грипы гарантированы. Я хотя, опять же, не важно. Факт, что Вега не пойдут просто в трон, да, они идут на Т4. Регенерации на Т4 нынче нет, и Тауэр разрушать одно удовольствие. Просто слишком много времени игра. Дарят. Просто сумасшедшая игра, какие-то постоянные развороты, и этого тоже, Веге
не позволяют здесь Вега своему сопернику. Какие-то не совсем адекватные действия от команды Secret. Вот эти вот драки до конца. Идем, не дождемся мипа. Риск против такого вот антимага. Антимаг слишком сильный. Антимаг слишком много получил. Антимаг просто убивает любого сейчас. Это, наверное, главная проблема, то, что антимаг слишком сильный, и с ним уже очень тяжело что-то сделать, учитывая такого Умнинайта. Afterlife великолепно отыгрывает все ключевые моменты. Он успевал кидать репел либо на Queen of Pain, либо на антимага. И сыграл просто отличную игру. Очень большой вклад в победу внес своей команды. Закидон. Но от команды только Secret такой вот получился. Хотя, конечно, стоит отметить, как Вега хорошо играли. Ты тут прав, к Вега почти нет претензий. Да, продолжает драться до конца Secret. Все-таки еще это не мега-крипы, но тром падает. Регенерации, очевидно, не хватит. 1-0 в пользу Вега.